Хай, всем с вами чё, добро пожаловать. Прохождение игры Call of Duty Modern Warfare. Ремастер это. Да, это первая часть ремастера. Вот и вот. Да, продолжать. Да, какая у нас серия? Четвертая. День третий. Ну чё, продолжаем. Я хотел просто посмотреть в настройках, что у нас там уже было. Звуки немножко уменьшить. Но... Отдельных настройках звука нету. Именно что типа, чтобы диалоги были громче, я хотел сделать, а эффект немножко потише, музыку почти выключить. Да, я зря зарашил. Погнали. Так. Где? Идите-ка вы в попу. Ну что, окей, арбузы не падают нормально. Арбузами продают, вот. Вот это я сказал. Вот так, да? Тихо. А машина взрывается, смотри. Я же кидаю! Я же кинул. Я же кинул. Ну. Не могу. Уже еле хочу. Взять гранаты я сюда. Так. Боже мой. Может, ты ляжешь? Ну что ты творишь? Fuck you guys. Я лучше тут посижу. Ты своего забыли?
лада. Там высота. What the fuck? Что ты там делал? Это сложное задание. Я не умею. What the fuck? Пожалуйста, хватит меня убивать. Бесит. Ну ничего себе, ладно, хули. Огонь! Готов! Пулеметчик! Двухэтажный сзади, 30 градусов справа, второй этаж! Есть цель! Да хватит взрывать машины! Задолбали! Дурацкие машины. Подъедем, когда расчистите территорию впереди. Прием. Следите за силуэтами на крышах. Всем отойти, будем вести обстрел зданий. Тихо. Готов. Пулеметчик, двухэтажный сзади, 30 градусов справа. Первый этаж. Есть цель. Огонь. Можно продвигаться вперед уже. Может, ты запрыгнешь? Огонь! Готов! Пулеметчик, трехэтажный здание, 30 градусов слева! Второй этаж! Цель получена! Огонь! Готов! Трех звонил. Это наш. Фак. Откуда? Б6, мы выдвигаемся. Вас понял! Готов! Пулеметчик, трехэтажный здание, 30 градусов слева! Второй этаж! Есть цель! Огонь! Готов! Да не пугай меня так. У нас прогресс. Огонь! Ну и прогрессируем. Где там? Чё за фигня? Где? Аж бесит.
Это наш. Пойдет нам полно. Где? Что ты в шкафу здесь взял? Колян, куда хочешь купить? Чё за фигня? Откуда? Я просто этого не понимаю. Готов! Пулеметчик! Трехэтажное здание, 15 градусов справа! Второй этаж! Есть цель! Огонь! Мне в спину зашли, я умер. Большой, говорит кабан, мы можем? Нет, мы можем. Прием. Вас понял! Уходите и удерживайте позицию у поворота! Прием! Вас понял, выдвигаюсь. Ё-моё. Хочешь быть такими метками, а? Где танк? Сбоку. А выйди-ка. Спину убили. А часть тут народу. Да они тут вообще по всему городу. А погнали опять наверх. Тут никого. Тут, походу, все зачистил. Много гранат. Тут ничего. Давай, выходи. Ух ты ж. Иди в попу. А, ну ладно. Ну хоть так. Что танк не едет?
Тут никого. Ну ладно, не вижу тут. Уходите! Это было весело. Ух ты, это что за? Продолжай вести огонь, пусть это. Группа Б, заходите с правого фланга! Они отступают! Всем быть на чеку! Возможно, это ловушка! Тут уже никого нет. Погнали. Так. Второго нет. Ага. Сейчас тоже рванет. Так. Заходит! Так точно. Продвигаемся. Не РПД. Стойте! Вражеский танк на дороге! Всех расстрелять! Вот это я мазил. Можете открыть огонь! Прием! Вас понял бы 6, он у меня на терморадаре. Переключаюсь на ручное. Бой. Просто развалился на части. Столько раз смотри, чувака. Целая РПД, ё-моё. Это же просто пушка. Для раша. Вот так просто рашишь и всех расстреливаешь. Ну и конечно, если попадешь. Причина отвалки, станчане Пират 2-5. Приближается оперативная группа для захвата Аль-Асада. Объявляется аврал, так что все срочно на борт. Прием. Вас понял! Только что сообщили о местонахождении Аль-Асада. Да ну. Неужели нашли? Да хорошо, что нашли. Это Аль-Асад. Ник несложно придумали. Просто взяли АСАД. На клавиатуре по рандому нажали и все. Приготовиться к бою!
Ой, ща будет веселуха. Ал-Асад, сейчас за ним пойдем, и будет круто. И по ходу выиграем войну. Таким образом. Ну. О, да. О, да. Какая береза. Не следствие. Ну, конечно, как же не начать миссию вот именно с таким текстом. Идем в строю, приближаемся к цели. Подходим через 30 секунд. Надо быть на заставку у меня скриншот. Пират, говорит палач. Мы нейтрализуем крупные цели. Все нарушители получат СМК-19. Ну что, погнали. Танки взрывать надо. Конечно. Говорит палач. Возвращаюсь на базу для дозаправки. 2-5, ты остаешься один. Передовая группа попала в окружение в зоне высокой радиоактивности. Они зажгли зеленую дымовую шашку. Вас понял, видим цель, конец связи. Так мне никак, да, подлететь? Я за. Я за. Все. Можно меня даже и не ждать. Да, меня завалили. Эх, вы. Честно, ты брутальный. Так. Эх,
это наш. Где? Как наши могут там быть наверху, если внизу их враги? А вот это я больше ничего не понимаю. Не стрелять! Не стрелять! А, ну да, они были окружены. Куды, куды? А, куда? Щит. Я думаю, сейчас красиво зайду, всех развалю. А тут фигушки. Фигушки. Так. Ух ты, ничего себе, там зелено. Смотрите. Так это вы должны нас забрать. Задание выполнено, капитан. Уходим, пока они не перегруппировались. Говорит палач. То есть мне тут одному, да, всех валить? Как? Бомбит уже потихонечку. Как он меня убил? Он уже по логике еще не смог меня убить. А, во, кто меня убивает-то? Там на крыше чувак сидит. Только сейчас заметил. Повторяю, мы на втором этаже. То есть вот тут чувак будет. Так это вы должны нас забрать. Задание выполнено, капитан. Уходим, пока они не перегруппировались. Говорит палач. Забрали. Готов к бою. Рука, мальчик. Так. Это
мне надо обязательно спуститься, потом тут все скрипты появятся. Окей. I fuck you guys, а? Просто уходите. Вот это. Ничего не взрывается. Ё-моё. Так, хилимся. Будем подвигаться, а? Снайперская винтовочка, вот и компьютер стерен, а. Приприятный, а. Все. Как ее это не спасти, а? Вытащил ее. Тихо, да защищайте меня. Ё-пересы-то. Атомный взрыв.
Ладно, раз спасибо, что смотрели. Ух ты, и всем пока, увидимся.